Форт Лодердейл, Флорида, Истерлин Парк. Сегодня я с собой взяла камеру. Вот хочу заснять египетских гусей с цыплятами. Египетские гуси образуют пару на всю жизнь. Поэтому вон мама ходит с детишками, а папа охраняет. То есть первый раз я вижу цыплят, утят египетских гусей. Их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть я насчитала. Вообще это очень редко. Первый раз вот я вижу здесь. Уток вижу много. Но через 2-3 дня у них то еноты потаскают птенцов, то вороны. То есть у одной мамы потаскать легче. Вот тут вот папа защищает, прям так интересно. Я попробую подойти, но они могут сейчас огрызаться.